我是 Erkin 足球教练，吉尔吉斯人，来自吉尔吉斯斯坦，今年29岁了，然后2020年加入了世保。С детства был спокойный, был ответственный, всегда была дисциплина. И за счет всего этого, то, что и была дисциплина и ответственность, отец пробовал меня на разных видах спорта, это тхэквондо, дзюдо и футбол. И в конце остался в футболе. И вот добился определенных высот. Во-первых, я думаю, выросла ответственность, потому что ты внесешь ответственность за детей, эти все дети, как твои дети, то есть с каждым нужно беседовать. Каждому нужно объяснять, каждому нужно иметь свой подход. Если, например, один ребенок не понимает, не знает, как делать, начинаешь ему объяснять, потом показывать. Если есть результат, то есть прогресс. Я думаю, первое, это самое главное, это ответственность и дисциплина стала намного сильнее. Во-первых, я думаю, тренер должен быть примером для детей. Примером для детей он должен подавать им пример, быть ответственным, быть не только футбольным тренером, учить именно футбольному мастерству, но и учить жизненным ценностям, быть дисциплинированным, быть человечным, слушать как бы старших и уважать старших, иметь уважение ко всему. Думаю, каждый ребенок должен и родитель оценивать то, как себя ведет тренер. То есть как мы в нашей компании предоставляем себя именно в лучшем свете, то есть показываем лучшие качества, лучшие моменты именно и аспекты. Самое первое – это безопасность. Безопасность во главе, потому что нельзя позволить ребенку, это можно считать, что и твой ребенок, ну и соответственно, это и чей-то ребенок, ты занесешь за него ответственность во время урока. Нельзя позволять ему травмироваться, нельзя. То есть во время урока это твой ребенок, ты несешь за него ответственность. В первую очередь это безопасность. Во-вторых, это донести до ребенка, до игрока, до твоего ученика все аспекты, которые нужно тебе объяснить, все, чему научить, это все нужно донести. Если он не понимает, то нужно ему объяснить на словах. Если не понял, то показать своим примером. Поэтому я считаю, что тренер тоже также должен и сам уметь делать то, что он учит, тому, чему он учит, и то, что он показывает. Буду краток. Это родители, придя к нам в Шибао, не должны бояться за своего ребенка, так как дети находятся в безопасности, в надежных руках и в профессиональном окружении. Мой отец, потому что мой отец всему меня научил, всему меня обучил, все показал, то есть объяснил, что к чему, что нельзя.
что можно и в каких рамках все это можно. Также я учусь всегда у своих тренеров, у своих преподавателей. У каждого человека можно учиться, у каждого человека можно брать что-то полезное, что-то хорошее. Например, у нас в компании Sporva есть очень хорошие тренера. Каждый менеджер по-своему умен, у каждого можно чему-то научиться. Например, есть тренер Е, он, например, очень импрессивный, очень мотивирует каждого сотрудника. Есть у нас и тренер Тен, он тоже может чему-то научить, именно менеджменту, именно ответственности. Тренер Лин, тренер Ши. Очень много тренеров, у которых можно учиться. С каждого по чуть-чуть берешь, вкладываешь себе в голову, все это перерабатываешь и выкладываешь, делаешь какой-то результат. Ну, для меня футбол – это, наверное, это жизнь, это вторая жизнь, это моя вторая жена, это моя вторая любовь, потому что с футболом я с 8 лет, то есть 8 лет, 9-10 лет, и вот до по-настоящее время я все время с футболом. То есть я всегда сутками смотрю футбол, изучаю футбол, читаю какие-то новости, получаю информацию. Получаю информацию, все это перерабатываю, все это раскладываю. Что можно использовать для детей, что можно использовать во взрослом футболе, что можно использовать в детском футболе. То есть футбол – это вторая жизнь. Первая, конечно, это семья, это моя жена, мои дети, воспитание детей, обеспечение семьи, обеспечение детей – это мои родители. И, конечно же, это потом уже футбол. Футбол – it's second my life, it's my second life.